Сейчас по всему городу идет подготовка к выборам главы города, депутатов городской и областной совет народных депутатов, которые состоятся 8 сентября. А именно, ведут подготовку избирательных участков. Участковая комиссия развешивает плакаты, сверяет список избирателей и занимается внешним оформлением. В основном избирательными участками являются учебные заведения, и внутренняя подготовка будет происходить примерно за день до выборов. Со вчерашнего дня участковые комиссии приступили к работе. Накануне им переданы первые экземпляры списков избирателей, открепительное удостоверение для голосования по выборам депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области 4-го созыва. В настоящее время участковые комиссии сверяют списки избирателей, выдают открепительные удостоверения. 25 избирательных участков будут принимать московчан 8 сентября. Хоть подготовка началась только вчера, уже можно увидеть некоторые результаты. Так, на избирательном участке номер 565, находящемся в ДК имени Горького, развешаны стенды и плакаты. Составлено расписание работы участковых комиссий. В каждую квартиру будут принесены пригласительные с указанием фамилии, имя, отчество зарегистрированного гражданина. И каждый гражданин должен проверить правильность регистрации, указанной в данном пригласительном. В случае, если регистрация была изменена, либо произошли какие-то изменения по прописке по каждой квартире, необходимо будет сообщить в избирательную комиссию по телефонам, которые указаны в данном пригласительном на выборы. По словам председателя избирательных участков, все работы будут выполнены точно в поставленные сроки, а участковые комиссии уже работают. 8 сентября, в день выборов, 25 избирательных участков будут готовы принять московчан для голосования. Андрей Камышев, Сергей Сомов, Мыски сегодня.